На сегодняшний день в рукописном фонде института хранятся свыше 1000 рукописей конкретно исторического содержания на персидском, таджикском, арабском и тюркском языках. К ним также относятся сочинения по исторической географии и топографии, делопроизводству, в которых в той или иной степени затрагиваются социальные, экономические и государственно-административные вопросы определенного промежутка времени, а также мемуары и путешествия. «Зафарнаме» – книга о победах Тимура, написана Шарафиддином Али ибн Шайх Хаджи Язди, умершего в 1454 году на персидско-таджикском языке. Здесь описана история Центральной Азии от Чингисхана до 1425 года. Переписана «Зафарнаме» в 1629 году в Самарканде почерком Асталик.